Для большинства людей июль – это середина лета. Для органов прокуратуры – время подводить итоги за полгода работы. Одним из важнейших направлений деятельности в условиях острой экономической ситуации в первом полугодии была невыплаченная заработная плата. В общей сложности нами было пресечено более 17,5 тысяч нарушений при осуществлении надзора за исполнением законов, соблюдением прав и свобод человека. В защиту интересов граждан и государства предъявлено свыше 3700 исков и заявлений. По мерам прокурорского реагирования к дисциплинарной и административной ответственности привлечено 4603 виновных лица, возбуждено 138 уголовных дел. В условиях сокращения реальных доходов населения важной задачей оставалось своевременное реагирование на выплату заработной платы. По нашим актам работникам возвращено более 107 миллионов рублей задолженности по заработной плате. В отношении виновных в ее задержках по материалам прокурорских проверок возбуждено 4 уголовных дела. По инициативе прокуроров к административной ответственности привлечены 40 работодателей, в том числе 2 руководителя предприятий должников, дисквалифицированы судом. В отношении виновных в задержании зарплат возбуждено 4 уголовных дела. Административной ответственности привлечены 40 человек, а 2 руководителя предприятия отстранены от занимаемых должностей. Прокурор области подчеркнул, что совместные действия органов власти и прокуратуры положительно сказываются на ситуации в этой сфере. Подтверждает это и госстатистика. Задолженность по зарплате снизилась за полгода в 3 раза. Я надеюсь, что мы продолжим максимально тесно сотрудничать в таких значимых вопросах, как защита социальных, трудовых, жилищных прав граждан, законных прав предпринимателей, борьба с несвоевременностью выплаты заработных плат и ряда других. В существующих непростых экономических условиях своевременная выплата заработной платы имеет очень большое значение, и в результате принятых прокуратурой в этом направлении мер реагирования удалось значительно сократить задолженность по заработной плате на сумму более 107 миллионов рублей. Другим важнейшим для нашего региона направлением деятельности надзорных органов, как и органов власти, являются вопросы экологии. В этой сфере комплексное взаимодействие – залог успеха. Природоохранная прокуратура, областная прокуратура, правительство региона, правоохранительные органы консолидируют свои силы, чтобы исправить сложившуюся неблагоприятную обстановку. Решение экологических вопросов. Нам также важна поддержка со стороны прокуратуры. Вы проводите большую работу по надзору в сфере охраны окружающей среды, атмосферного воздуха, природопользования. Выявляете нарушения, которые связаны с размещением несанкционированных свалок, утилизацией опасных отходов. Совместно мы продолжим работать над повышением эффективности расходов бюджетных средств, в том числе в сфере закупок, и поддержка прокуратуры для нас тоже здесь очень значима. Противодействие коррупции, обманутые дольщики, дети-сироты, оставленные без жилья – все это вопросы, с которыми разбирается прокуратура. В очередной раз сотрудники надзорного органа призывают граждан быть активнее, не умалчивать о своих проблемах, обращаться с заявлениями. В таком случае выявленные проблемы гораздо проще будет устранять.